Это страница в Фейсбуке Сергея Фурина. Он как минимум миллионер и бизнес-партнер «Газпрома». Обычно люди с таким состоянием живут где-нибудь на Лазурном берегу, на роскошной вилле в Италии, ну или как минимум в элитной квартире в центре Москвы. Но зарегистрирован он здесь, в этом подъезде, в спальном районе Москвы, Измайлово. Как же так получилось, что миллионер и один из собственников будущего крупнейшего подрядчика «Газпрома» обитает в самой обычной квартире? Возможно, он просто номинальный собственник компании. Давайте разберемся. В 2018 году появилась загадочная компания «Газстройпром». По сообщениям СМИ, она должна стать единым подрядчиком «Газпрома». То есть через нее будет проходить основная доля контрактов общим объемом 1 триллион рублей. У «Газстройпрома» очень запутанная структура собственности. Точно можно сказать, что 49% принадлежат через связанные с газовой монополией структуры самому «Газпрому». Еще четверть у структур, которые, возможно, связаны с «Газпромбанком». Самая главная загадка касается 26% в компании «Газстройпром». Фактическим собственником доли 26% является москвич Сергей Фурин. Когда РБК впервые написал про компанию «Газстройпром», они указали, что узнать о Фурине ничего не удалось. Мы узнали кое-что. Оказалось, что Фурин работает простым водителем на микроавтобусе в небольшой московской строительной компании. Чтобы узнать побольше о человеке, который в ближайшем будущем должен стать миллиардером, когда «Газстройпром» получит триллионные контракты «Газпрома», мы проанализировали открытые базы данных. Зарегистрирован, по крайней мере, до последнего времени, в микрорайоне Измайлова, Москвы. Ездит на автомобиле Ford Focus 2008 года, паркуется в центре Москвы. Сама компания, на которую зарегистрирована его доля в «Газстройпроме», записана в небольшом бизнес-центре, также в центре Москвы. Но прежде чем отправиться на его поиски, давайте попробуем до него дозвониться и спросить все лично. Например, как он совмещает работу водителем и участие в бизнесе вместе с «Газпромом». Алло, Сергей Валерьевич? Да. Здравствуйте, вас беспокоит русская служба BBC. Меня зовут Андрей Захаров, корреспондент издания. Вам сейчас удобно разговаривать? Чуть попозже, можно через минут 20? Я просто за рулем сейчас. Хорошо, давайте, договорились. Алло. Да, договорились. Спасибо. В Вайбере его наберем. А мы не друзья. Данный вид связи недоступен для абонента. Таким образом, мы позвонили Сергею Фурину с городского номера, с личного номера корреспондента BBC, с личного номера другого корреспондента BBC, через Вайбер, через Скайп. Но номер Фурина либо занят, либо он просто не отвечает. Что ж, придется искать его другим способом. Мы едем по адресу, где в Москве зарегистрирован Сергей Фурин, но по дороге продолжаем пытаться честно до него дозвониться и спросить, каково ему быть будущим королем госзаказа. Все время занят. Попробуем поговорить с ним на месте. А вы не знаете, здесь миллионера Сергея Фурина здесь живет? Нет, не знаю. Спасибо. Да. Здравствуйте, мы корреспонденты русской службы BBC. Хотели поговорить по поводу жильцов миллионера Сергея Фурина. Что-то я не готов к такому разговору. А вы знаете Сергея? Скажите, мы с Росслужбой BBC корреспонденты. Вы знаете, что здесь живет миллионер и владелец крупнейшего подрядчика «Газпрома» Сергей Фурин? Я думаю, что нет, вы ошибаетесь. Позвольте, мы просто поговорим с соседями. А с Сергеем Валерьевичем Фуриным можно поговорить?
А он в другом месте живет. Мы корреспонденты русской службы BBC. Мы ему звонили по поводу его бизнеса. Наталья Ивановна, это вы? Вот таким был разговор с родственниками миллионера Сергея Фурина. Ничего не знают. Здравствуйте. Мы журналисты русской службы BBC. Делаем материал про Сергея Фурина, который в этой квартире зарегистрирован. Вы знаете, что он миллионер и собственник крупнейшего подрядчика «Газпрома»? Да ладно! Но сказки. На него записана компания, которая вылет по ним подряд на 1 000 000 000 рублей. На него. Ну, значит, это липа какая-то. А вы знаете его? Ну, он простой, конечно, работяга. Ну, водитель он или кто, я не знаю. Ну. Просто по документам он собственник компании? Да, нет, ребят, ну это липа. Спасибо. Вот никто не верит. Не найдя Сергея Фурина по месту регистрации, мы отправимся на Дубининскую улицу. Там зарегистрирована его компания. Если мы и там его не найдем, рядом есть парковочная зона, где, по нашим данным, он оставлял свой автомобиль в течение 2 суток. Возможно, его машина и сейчас там. Поехали! Здравствуйте. Мы просто с русской службы BBC. Наша компания МК-3. Фурин Сергей Валерьевич. Нет, да. Ничего нет. Ни ресепшена, ничего нет. Они позвонят, когда проходить. Так может дойти до них? Не, надо куда проходить. А вы знаете, куда идти? Ну вот дом есть, находится, строение 8, вот рядом. Понимаете, сколько компаний? 1 000 000. Вот так мы по-прежнему не можем найти Сергея Фурина, будущего миллиардера и будущего короля госзаказа. Ну что ж, пойдем искать на парковку. Здесь в течение 2 суток стоял автомобиль Сергея Фурина недалеко от офиса компании МК-3, где он основной владелец. Самого Фурина мы так и не нашли. Таким образом, мы побывали в доме, где раньше был зарегистрирован Фурин, у здания, где зарегистрирована его компания, и в месте, где он раньше парковался. Однако нигде Фурина не нашли. Эксперты говорят, что он, скорее всего, номинал, и его доля в «Газстройпроме» записана на кого-то другого. На кого? Вопрос интересный, но есть лишь косвенные свидетельства, указывающие на возможных собственников. Но здесь важно отметить следующее. В этом году издание «Фонтанка» написало о другом подобном случае, когда активы, связанные с «Газпромом», были записаны на, в общем-то, случайных людей. Там речь шла о бизнес-центрах в Петербурге и о выставочном комплексе «Экспофорум», где ежегодно проходит Петербургский экономический форум. Ключевым собственником этих активов, по данным «Фонтанки», была обычная пенсионерка с окраины Петербурга. И вот что важно. Через месяц после выхода расследования «Фонтанки» эти активы стали переписывать на структуры «Газпрома». Возможно, это же произойдет и после нашего расследования.